Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 8 часов вечера, как обычно в это время мы с вами разговариваем про машинки. Если у вас где-то что-то побаливает, приболело, мокнет и чешется, да, если не вдруг... чешите манту у своей тачки. Да, если ее завалило снегом, обращайтесь, мы вам обязательно поможем. Игорь Сирин, и Дмитрий Малыгин. Да, а помочь со снегом Костя Рост всегда, да, к вашим услугам. С лопатой мы его вышлем. Он что сразу с лопатой? А с чем? Я, может, на тракторе спец. Ну, знаешь ли, на тракторе каждый может. Паркуйтесь правильно, господа. Я так себе тракторист. Да, друзья, а мы сегодня катаемся на автомобилях Чинган. Да, мы катаемся на автомобилях Чинган, что не может меня не радовать в этой истории, да, что я для себя открыл этот бренд не так давно. А я тебе говорил. А ты мне говорил, а я не верил, и вот, собственно, я опробовал. Да, друзья, если у вас есть какие-то вопросы про автомобили Чинган, я допускаю, что их может быть много, потому что Чинган представляет в России аж 15 моделей. Задавайте. 8-909-955-1030. Это номер для ваших сообщений. 909-955-1030. Вайбер, WhatsApp, SMS, друзья, или просто набирайте в прямой эфир по номеру 223-55-50, код Москвы 495, голосом спросите, а мы вам все как на духу расскажем, потому что я кайфанул. Ну так, забегая вперед. Мы протестировали, практически весь модельный ряд. А это было непросто, друзья. В начале нынешнего года, 2023-го, в линейке бренда Чинган было 3 модели. Mm-hmm. Ну, чтобы вы понимали. Сейчас под занавес у нас их сколько? 15. И это абсолютно разные тачки. Абсолютный максимум среди всех брендов, которые сейчас представлены в России. Давай мне так кажется, что это не конец, во-первых, да, и появятся еще какие-то модели. Ну и мне нравится, что очень-очень широкий спектр моделей в модельном ряду, да, то есть это и те тачки, которые мы, естественно, все давай хотим. Так, ладно, про тачки мы поговорим, у нас еще масса времени. Ты мне лучше расскажи про саму компанию Чинган, если вдруг кто-то не знает, что это такое. Давай так, Кость, мы начнем с тебя. Давай. Как давно образован компании Чинган? Смотри, стопудово, я просто так немножко подзабегая вперед, предположу, что ты сейчас скажешь... Костя, вот как думаешь, сколько лет компании Чинган? Вопрос за 300, братан, давай. Да? Давай. 3 года. Подожди, в России компания Чинган присутствует сейчас, как минимум лет 10. Сейчас ты обидел. Обидел, давай, сколько? Сдаюсь. Нет, так нельзя, такой опции нет, Костя. Давай, 50 лет. Мало. Друзья, вы можете тоже попробовать угадать. 8-909-955-1030. Сколько лет компании Чинган? 70. Больше? Мало. 79. Мало, Костя. Все, ты уже исчерпал. Ты аутсайдер. Друзья, если вы знаете, давайте только по-честному, без Википедии, без всех вот этих вражеских энциклопедий, напишите, сколько компании Чинган лет, по вашему мнению. Давай так, я подскажу. Но компания начиналась... Как с тобой вообще вот в эти странные игры играть? Начиналась... Ты тут же начинаешь подсказывать. Вот, компания Чинган начиналась с того, что она производила оружие. Какое? И пушки. Друзья, в общем-то, начиналась она... 100 лет и практически. Больше, Костя, больше. Больше. Подожди, вспомни, пушки... В Москве есть царь-пушка. Да. Вот сколько ей лет? Костя даже этого не знает. А сколько, кстати, пушки? Пошли варианты. Так, вот тут есть вариант. Нина, 125. Да лучше, но мало. Больше. По-моему, 125 — это 1898 год. Почти 99-й, да? Подожди, мне надо проверить. У меня плохо с математикой, и я помню... Так, сейчас, момент. Все тут же полезли гуглить. Не надо гуглить, давайте гуглить буду только я. Царь пушки, то это получается ого-го сколько? Да, сколько это сколько? 1860 год. Кстати, это близко. Да? Чинган там же? Да. Да ладно. Вот тут есть вариант 200, нам Нина написала, но... 200, наверное, перебор. 200 многовато, я теперь тоже... Давайте еще песню послушаем. Давайте, потанцуем. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд. Мы мгновенно начинаем наш эфир. У нас в гостях, наконец-таки, Виктор Кобзин, директор по маркетингу компании Чинган. Витя, привет. Витя, привет. Привет, дорогие друзья. Привет, спасибо, что дождались. Той самой компании Чинган, которой сколько лет в итоге? Витя. Витя, сколько лет? 160 плюс. Плюс-минус синус косинус. Хорошо сохранилось. Мы гадали на картах Таро, и получилось 161. Да, есть такое. 161, все правильно? Ну, вроде как. Друзья, никто правильно не ответил из вас, поэтому приз... 161. Приз Москва... билет Москва-Пекин остается мне. Классно же. Нормально, да. И все автомобили Чинган, которые тоже мы разыгрывали для вас... тоже остаются мне. Да. Прекрасно. Витя, мы, собственно, коротко рассказали про историю компании Чинган. Вот так прям коротко-коротко выяснили, что царь-пушка, которая стоит в Москве на Красной площади, она всего на 2 года старше, чем ваша компания. Компания Чинган, представляешь? Да-да-да, мы тоже, когда взвешиваем и оцениваем историю родной компании, понимаем, что где-то крепостное право еще отменяли, уже отменяли, а... Молодцы. Но мы не готовы с тобой спорить на эту тему, мы не очень в курсе, поэтому... Да, давай так, расскажи нам именно про линейку. То есть мы выяснили, что у вас сейчас 15 моделей. Ну, там, можно сказать, 15 с половиной. Да. Это самое большое количество моделей из всех компаний, которые представлены на российском рынке. Опять же, правда. Как так получилось? Получилось достаточно стремительно. Еще в прошлом году в нашем модельном ряду было буквально 3 экземпляра. Вот. Но этот год принес нам широчайшие возможности. Поэтому, да, сейчас на сайте можно увидеть 15 моделей. Конечно, некоторые из них модели, которые уже уходят, потому что они уже на смену им уже пришли новые поколения. Вот, но в общем и целом, да, широк и могуч модельный ряд. Но можно сказать, что вы, в отличие от всех остальных, кто четко прям на 100% уверен в себе, вы изучаете наш рынок? Ну, и да, и нет. То есть мы, конечно же, изучаем, и вот столь широкий модельный ряд яркое тому свидетельство. У нас, скажем так, разведка боем сейчас происходит, потому что мы смотрим и видим, что людям на чем-то ездить-то надо. И думали-думали, и решили, что ну хорошо, давайте привезем много, пусть народ попробует, пусть оценят, а мы посмотрим. Слушайте, мне нравится, что Чинган мыслит правильно и предполагает, что люди хотят ездить не только на кроссоверах. Вот мне лично это очень симпатично. Но смотри, есть как минимум 4 легковых автомобиля же. Да-да. Да, и есть еще один автомобиль, который отличается от привычных нам кроссоверов. Так. Это пикап. А, пикап же, точно, есть крутой. Пикап, и знаешь, как он называется? Да. УАЗ. Да. Да. УАЗ это не автомобиль, а тут пикап нормальный называется. Который называется Хантер Плюс, да. Хантер Плюс. Но он больше похож вот на Хантера, чем... подделка от Ульяновского автомобильного завода. Хорошо, скажи, Витя, какая у вас, в принципе, есть ли у вас стратегия, и как она выглядит? Стратегия развития марки на нашем рынке. Ну, все секреты я вам рассказывать не буду. Не надо все, давай чуть-чуть, мы довольствуемся мало. Ну, давайте лучше исходить из фактов. Будем исходить из того, что в Китае Чинган не единственный бренд компании, да, вы знаете, что есть еще как минимум 2 бренда электрические, это Аватар и Дипал. Есть еще коммерческий транспорт, есть еще бренд под названием Ашан. Ocean. Да, да. Вот, есть соответственно... еще Ori, как он еще называется, да? Да, 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 да. Соответственно, вот вам простор для фантазии, да, вот давайте будем пытаться угадывать, что из этого и когда появится на нашем рынке. Аватар? Я уже все угадал, я хочу Аватар, все остальное я не очень понял. А ты знаешь, что у Аватара уже есть 2 модели? Я же был в Китае, собственно, в Чунцине, на нескольких заводах Чингана. Хорошо, что ты название запомнил. Ладно, и все же знают Аватар 1.1. Да. Пока его водят серые дилеры, но они попадаются на дорогах. Красивый такой кроссовер. Только что. Сугубо электрический. Час назад я ехал рядом с Аватаром. Вот. Буквально осенью в Мюнхене, в Европе, на автосалоне был показан Аватар 1.2. И его показывают на выставке как концепт-кар. Я оказываюсь в Чунцине через, наверное, 2 или 3 недели, и там этих машин уже несколько десятков, они уже наматывают круги на полигоне, они тестируются везде. Ты сейчас зачем все это расскажешь? Чтобы тебе завидовали люди? Джентльмены. Что ты видел? Мы вынуждены прерваться. Все, танцуем и вернемся. Погнали. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд, и мы продолжаем кататься на автомобилях Чинган. Я смотрю, ты подуспокоился немного. Ну, ты как-то такой.
Вот. На релаксе. Да, давай. На релаксе. Едем на хороших, приятных, комфортных, мягких автомобилях Чинган. Да. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. 8-909-955-1030. Это номер для ваших сообщений. WhatsApp, Viber, SMS. Про автомобили Чинган задавайте. Либо набирайте в прямой эфир. По номеру 223-5550, код Москвы 495. Можете напрямую у языка компании Чинган, видите, спросить все, что вас интересует про эти клевые тачки. А мы вот буквально перед эфиром с Гарри разговаривали и поняли, что в последнее время, ну вот, без прям скромности какой-либо, да, у Чингана всплеск. Везде тебя почему-то про него спрашивают. Есть такое дело, да. Я вот в последнее время обратил внимание на то, что много людей, которые как-то рекомендуют автомобили Чинган, просто со стороны там слушателей, зрителей. То есть этот автомобиль, он в последнее время стал многих интересовать. Хотя марка давно в России. Ну, марка давно в России, но в таком масштабе, как мы видим ее сейчас, она, согласитесь, ее не было. Такое количество моделей, и, ну, сейчас же 21 век, и многое люди воспринимают и глазами, и как-то им кажется, что тактильно это машина, которая им подойдет, да, а дизайн сумасшедший. Ну, то есть у линейки Юни космический. Юни-Кей, Юни-Ти, Юни-Ви, это прям какие-то космические корабли. Ну, и классические, более привычные нам, да, кроссоверики? Да. Вот эти все CS-50. CS-35-55. CS, давай, так проще. Да. Старик CS. Да. Ну и, конечно, 95-й. И 95-й. Это прям тачка здорового человека. Большого здорового человека. Давайте про технологии поговорим. Я поездил на Чинганах, и я могу сказать, что мне все нравится. Да, окей, у меня есть вопросы. Прям все нравится. У меня есть вопросы. У меня есть вопросы, честно. Мне хочется больше физических кнопок. Но при этом, да, меня всегда забавляет, когда люди говорят, у меня к китайской тачке есть вопросы. Там вот все через мультимедиа. И тут я сразу вспоминаю и начинаю рассказывать. Друзья, а вы ездили на Porsche Panamera? Uh-huh. Нет. Я говорю, а ничего, что там через мультимедию воздуховоды регулируются? Вверх, вниз, влево, вправо. То есть нельзя взять классический орган в руки, пипку, пипку-орган, да, и направить поток воздуха на себя. Там все через мультимедию. Витя, расскажи, что у вас с технологиями современной мультимедиа вообще? Вот насколько вы продвинутая компания? Мы очень продвинутая компания. Технологии, в принципе, это один из наших столпов, на котором покоится бренд. Из года в год львиная доля денег, которые зарабатывает компания, вкладывались именно в разработку, да. Mm-hmm. Наверняка вы уже успели поговорить, пока я по московским пробкам ехал к вам, о наших научно-исследовательских центрах, разбросанных по всему миру, где... Еще нет, у тебя есть шанс. Ну да, расскажи. Ага, то есть, окей. У компании Чинган 9 собственных R&D-центров, которые расположены, казалось бы, но расположены в 6 разных странах мира. И каждый центр отвечает за что-то свое. В Турине разрабатывается кузовной дизайн. Италия. Очевидно. Да, да, да. В Японии разрабатываются сиденья и эргономика. Якогама. Япония. Да. Так. И вот каждый из этих центров, он по чуть-чуть участвует в создании каждого автомобиля. Mm-hmm. Поэтому, когда мы сейчас говорим про современные китайские автомобили, ну, что так, вот что приходит на ум? То есть мы уже даже говорим не про китайские автомобили, да, видимо, ты к этому ведешь. Потому что в китайских современных автомобилях из китайского только деньги. И это тоже хорошо. Это, ну да, друзья, кстати, по поводу R&D-центров, действительно, это Япония, это Италия, это даже США. Да. Ну так, на секундочку. Мне кажется, в Германии что-то же было. Германия, совершенно верно. Поэтому... А теперь каверзный вопрос. Давай. Мы же любим каверзные вопросы. А в России есть? Пока нет. Но будет. Будет. Не знаю, чем он должен заниматься. Наверное, как минимум теплыми опциями. Ну да, что, давайте пофантазируем. Да, что нужно здесь и сейас разрабатывать, чего нельзя в любом другом R&D-центре мира? Смотри, можно... Слушайте, ну чем уникально? Подвески, хотя, мне кажется, с подвесками как раз вы та редкая китайская компания, у которой все очень хорошо с подвесками. Подожди, да. Потому что, насколько я помню, что за подвески как раз отвечает центр, который находится в США. Mm-hmm. А в США с дорогами так себе тоже. Да, согласен. Поэтому все... Потому что я вот впервые, когда прокатился на Юнике, я подхожу к машине, 21-е колеса. Думаю, а причем была зима, это было прошлой зимой еще. Я думаю, сейчас я буду ездить 60 км в час, не дай бог положить такое колесо. Я уже залез, погуглил, сколько стоят эти колеса. Понял, что их нет. Их просто, неважно, сколько они стоят, их ты не можешь купить, да, запасное зимнее, да, колесо. Там в этом году получше. А я еду. Я думаю, что происходит? Я останавливаюсь, выхожу, 21-е колеса, без резины, все как мы любим. Я еду, а в нем мягко. Это было давно. Ты давно ездил? Я ездил не так давно, и я реально в какой-то момент вышел посмотреть, нет ли пневмобаллонов.
Вот. Потому что прям очень круто. А подвеска роскошнейшая есть. Кость, у нас музыка, правильно? У нас абсолютно вы правы. Музыка. Абсолютно вы правы. Мы заметили, Кость, ты знаешь, мы наблюдательные. Dancing. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд. Мы продолжаем гонять на автомобилях Чинган. У нас по-прежнему в гостях Виктор Кобзев, директор по маркетингу компании Чинган. И если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. 8-909-955-1030. Это ваши сообщения. WhatsApp, Viber, SMS. Да, и важный вопрос. Мы как бы рассуждаем о том, какие клевые тачки, но... Честно говоря... А теперь про бабки. Ну да, честно говоря, в той ситуации, в которой находится наш рынок, наша экономика, вот эта вот покупка нового автомобиля, это событие и не всегда очень простое, да, потому что что-то где-то чуть-чуть не хватает, и надо бы добрать заемных, а заемные вон как нам... То есть вроде бы шел Эльвира за... Эльвира Сахипзадовна рассказала, что теперь будет сложнее и сложнее. Да, да, то есть шел за 35-м, пришел в салон, думаешь, а 55-й клёв. Клёво. А 75-й еще лучше. А где взять? А там только мелочь по карманам. А там уже до Юника добрался. Да, рассказывай. Расскажи, как Чинган планирует и поддерживает ли своих клиентов в это непростое время? Да, безусловно, время непростое, без поддержки сейчас, очевидно, никуда. Историю с кредитами вы очень сейчас грамотно подсветили, так аккуратненько. Действительно, машины дешевле не становятся, реально располагаемые доходы населения наоборот почему-то не растут такими темпами. Соответственно, все, что остается, это брать деньги в долг, а долги становятся все дороже и дороже. Понимая эту ситуацию, понимая то, что людям нужно на чем-то ездить, мы запустили программу поддержки. Соответственно, если ты берешь машину, хочешь взять в кредит, вот тебе, пожалуйста, около нулевой кредит. Честный, хороший, около нулевой, ну, около нулевой насколько кредит. Насколько около нулевой? 15%? Ну так, около нуля. Не-не, ну подожди, это же не около нулевой, это около 15%. Как выяснили наши юристы, нужно писать полную стоимость кредита, и она варьируется в диапазоне от 0,974 до 0,977% годовых. Меньше 1%. Да, меньше 1% в год ты получаешь новую машину. Потому что мне тут один наш постоянный слушатель рассказывал историю. Он шел за отечественным автомобилем в салон. Бедолага, так? Да, и ему там, ему говорят, вот тут скидки, вот тут то, сё. И в итоге там, естественно, кредит. И в итоге он говорит, я посчитал, за 3 года я дам 3 миллиона рублей. Вот. Мне кажется, за эти деньги вполне себе можно купить Чинган. А тут чуть меньше процента, да, заемных денег. Это круто. Хорошо, с деньгами, кому как больше нравится, мы разобрались. И вот ты купил, стал обладателем. Что там по гарантийным обязательствам? Как у вас с этим дела обстоят? Гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробега. Это официальная информация. На все модели? То есть без исключения, абсолютно. Понятно, что любая гарантия, это гарантия не на каждый винтик в машине, да, но традиционный подход к заводской гарантии, он именно такой. Хорошо. А насколько у вас приветствуются программы трейд-ин, ну, в плане, когда вы сдаете Чинган, при покупке другого Чинган? Есть приоритет при приеме автомобиля Чинган? Да, приоритет есть. Безусловно, если ты сдаешь в трейд-ин Чинган, значит, ты доказываешь, что ты лояльный, ты в бренде давно, да, тебе полагается дополнительная поддержка. Даже так. Ну, я, хорошо, подожди, а я к чему веду, братан? Кредит меньше процента. Для этого одна проблема. Ты должен был заранее купить Чинган. Но даже если ты не успел, все равно хорошей поддержки по трейдину. Все-таки будут. Ну, получилось. Ну, приехал ты не на Чинган, а чем-то другом. Если я сдам какое-то там японское ведро. Да, хочешь исправиться, хочешь Чинган, конечно, поддержим. Проклятие у тебя вот этого Toyota Land Cruiser 200, да? Я бы, честно говоря, вот не так давно, я прям буквально сегодня я вернул 95-й, и, честно говоря, 95-й вдвое дешевле автомобилей вот таких, как Land Cruiser 200, с пробегом там 150 тысяч. И отличная альтернатива. Сумасшедшая. Крутая. Большой, просторный. Мне, честно говоря, очень понравился такой рыжеватый салон. Офигенный. Конечный. Я не люблю коньяк. Крутилки, климат аналоговые такие. Крутишь с кликом. Прям супер-супер здорово. Поэтому очень-очень отрадно, что столько инструментов финансовых поддержки дает компания нашему потребителю. Расскажи, Витя, а какие еще модели нам стоит ждать вот в ближайшее время? А давайте мы к этому вернемся сразу после музыкальной паузы. Давай, хорошо.
Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд. Мы продолжаем кататься на автомобилях Чинган. И, Витя, тебе есть вопрос от наших постоянных слушателей. Да. Задает Михаил. А что у Чингана с запчастями в случае, если автомобиль попал в ДТП? Я знаю, что у многих машин есть функция экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль. То есть я понимаю, что на этих машинах... Но это ты говоришь как бы то, что происходит до того, как ты попал в ДТП. Нет. Кажется, я говорю о том, что попасть в ДТП сложно. Но что происходит после того, как если ты умудрился это исполнить? Как с запчастями? С запчастями, наверное, можно сказать, все очень хорошо. Я не знаю, какой другой ответ можно ждать от представителя бренда. Но для того, чтобы вы хоть немножко мне поверили, когда у тебя присутствие, география присутствия просто огромна, практически вся Россия, да, то есть у нас сейчас, не соврать, порядка 160 дилерских центров по всей стране. А Россия огромна. Россия огромна, да. Ну, отсюда и цифра. Соответственно, все эти люди ежедневно покупают автомобили. Если у тебя нет запчастей, значит, у тебя проблемы. Угу. Но значит, ты проиграл, и ты не можешь привести 15 моделей в текущем году. Ну, окей, не 15, 3 было, 12. Хорошо. Поэтому, судя по тому, как компания развивается и умудряется завозить сюда автомобили, все довольно-таки неплохо с этим. Да, и в завершении нашей программы накануне Нового года расскажи о планах на будущий год. То есть, какие новые модели нам стоит ждать? Стоит ли дальнейшего расширения модельного ряда ждать, либо вы, напротив, как-то там сконцентрируетесь... На том, что есть, и на доведении, ну, в хорошем смысле слова, автомобили до ума, они и так неплохи, но вы же слышите потребителя, да, и, собственно, обращаете внимание на многие нюансы. Да, безусловно, конечно же, у нас отличная обратная связь с нашими потребителями. Многие даже ухитряются где-то найти мой имейл рабочий и пишут мне письма с вопросами и пожеланиями. Да-да, записывайте, мы сейчас продиктуем в конце, да. И это нормально, и это нормально. Как они его находят, черт его знает. По поводу планов на следующий год, я, наверное, здесь немножко вас разочарую, я буду подогревать интригу. Я не скажу, какие модели у нас будут появляться. Я лишь скажу, что есть в планах присутствия компании на рынке планы по расширению. Возможно, это будут даже не отдельные модели, а целые бренды. Мы-то ждем «Аватар» с Митей. Мы ждем хороших автомобилей больше, не только «Аватар». Я-то как ретроград против электричек. Мне нравится, как он выглядит. Говорят, Витя говорит, что он едет космически. Ты говоришь, что едет неплохо. Но у меня вот эти истории с розетками немножко смущают. Чувак, хочешь, я тебя еще подогрею? Давай. Я когда был в Чунцине на заводе и был в исследовательском центре «Чинган», так. Я видел, что у них есть разработка с параллельным гибридом. Вот это прекрасно. И я допускаю, что... Ну, даже не допускаю, я точно знаю, что рано или поздно это появится на автомобилях Чинган. Есть гибридная версия Юникея. И есть именно схема с последовательным гибридом, когда ДВС приводит во вращение генератор, и дальше у тебя пара электромоторов, алюминиевая платформа, которая роскошно едет. Вот все, как ты любишь. Да. И еще... Это в дополнение к электричкам. Еще, что я бы хотел сказать, честно говоря. Давай. Я бы по возможности попросил компанию Чинган, пожалуйста, в следующем году сконцентрироваться все-таки на каких-то потребительских качествах, которые есть внутри автомобиля, да? Ну, как бы на мой вкус. Потому что мне всегда хочется некой вариативности. Мы не будем сейчас называть конкурентов, да, но есть такой бренд, где ты приходишь за самой дорогой тачкой и вынужден ее покупать одного цвета на салоне одного цвета, да, и ты вроде бы как платишь много денег, вот ты пришел, это самое большое количество денег, которое ты можешь за эту машину отдать. А тебе говорят, чувак, у тебя нет выбора. Ну, только так, да. Ты говоришь, ну подожди, же? Ты только что рассказывал, что ты ездил на 95-м с коньячным салоном. Да. Если коньячный салон единственный, смотри, меня все смотри, устраивает. Мне бы хотелось, чтобы это было шире. Но вот сейчас, честно, у Юникея салон сейчас темный, да, а я, например, люблю светлый. Ты что, вот краски, что ли, был нету? Бы Юник со светлым салоном, а я знаю, что он еще бывает с красным, насколько я помню. Вот был бы он со светлым, я бы прям не раздумывая пошел и сейчас купил. Ведь вот я бы сейчас подсекал. Да, друзья мои, все правильно говорите, просто не все сразу, да? Окей. Слона надо есть по частям. Безусловно, вариативность есть. Капец. Судя по Мите, он уже съел. Ну, я не ем слонов, мне жалко. Вариативность есть, и, безусловно, она появится и на нашем рынке, потому что одно дело привести большой модельный ряд, и совсем другое дело, что делать дальше. А дальше нужно прислушиваться к рынку и стараться попадать в ожидания потребителей. Да, Вить, ну и раз ты говоришь, что ты подвешиваешь интригу, ты понимаешь, да, тебе подвешиваю. В следующем году придется прийти к нам еще раз и рассказать уже обо всех деталях поподробнее. Договорились. О новых успехах и победах компании «Чинган», да? Да. Все так. И, к сожалению, да, Кость? У нас 20 секунд. Есть 20. Нет, спасибо, что были с нами. Витя, у тебя есть время поздравить наших радиослушателей. Поздравь маму с Новым годом. Да. Друзья мои, всех с наступающим. Пусть следующий год будет лучше.
Да, точно. Будет пусть хотя бы другим, друзья. Спасибо большое, было круто. В следующий понедельник мы к вам вернемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгиным.